Здравствуйте. В эфире национального телевидения «Чуваши» информационная программа «Республика». С главными событиями вторника вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Мир в лицах. В Сочи продолжается Всемирный фестиваль молодежи. Окей, Google. Познакомь меня с Никитой Павловым. Студент Чувашского госуниверситета победил на Всероссийском фестивале «Стартап». Волшебный луч, спасибо тебе. В Батрево открылся новый кинотеатр. Как реализуется программа «Безопасные и качественные дороги» обсудили на федеральном уровне. Сегодня министр транспорта Максим Соколов провел селекторное совещание с главами субъектов. Сейчас в ведомстве составляют рейтинг лучших регионов, где работы выполняются без сбоев. В Чувашии в рамках проекта необходимо отремонтировать более 100 объектов. Подробности в следующем материале. Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» реализуется в более чем 30 регионах страны. Капитальный ремонт проводят там, где трассы не отвечают нормативам и часто происходит ДТП. Было зафиксировано 2827 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. И на этот год нами было запланировано следующее мероприятие. Ремонтно-восстановительные работы в отношении 6500 километров приведенных дорог. Наш совокупный бюджет этого приоритетного проекта в текущем году составляет 65,5 миллиардов рублей. В республике в рамках федерального проекта отремонтировано более 90 объектов. На очереди еще 25. Качество дорожного полотна оценивают не только специалисты, но и общественные активисты. Выдержать такой экзамен удается большинству подрядчиков. Количество брака сводится к нулю. Последние два объекта мы буквально на днях завершили. Определенные трудности, когда они вопреки своим даже интересам или выгоде, они старались завершить работу, несмотря на свои там, ну, может быть, что-то не получили. То есть они хотят на рынке работать, показать свое лицо, чтобы в дальнейшем таких программ участвовать. Сейчас от намеченного графика отстает только Маргаушский район. На одном из объектов работы так и не начались. Выход из ситуации обещают найти. Есть вариант решения такой. Сегодня продумали его. Значит, заменить эту дорогу. А федеральный Росавтодор дает это право. Каким решением они дают это право? То есть изменения в ПКРТ на 17-й год мы уже несколько раз делали, два раза делали изменения. В любом случае, представить отчеты о реализации проекта регионы обязаны до 1 ноября, не позже. Тем, кто не уложится в эти сроки, федеральный Минтранс грозит санкциями. Понятно, основная работа сделана. Но и по данным Минтранспорта Владимир Николаевич, как бы согласительные процедуры у нас проходят. Программу на следующий год уже начинают формировать. Необходимо подготовить качественные проекты. Ремонт дорог в рамках приоритетного проекта может начаться и в других муниципалитетах. Дмитрий Ковалев и Сергей Адушкин. Республика. В эти дни все внимание приковано к олимпийской столице России, городу Сочи. Именно там проходит масштабный международный форум «Всемирный фестиваль молодежи и студентов». Чем занимаются студенты со всего мира в Краснодарском крае, узнаете в нашем сюжете. Одно из мест притяжения фестиваля – масштабная выставка российских регионов и стран мира. Она развернулась в Олимпийском парке Сочи. Экспозиция нашей республики выделялась на общем фоне открытым интерактивным характером. Здесь занимались физкультурой, танцевали, фотографировались в фотобут и даже разучивали чувашский язык. Это Женя Ятва, Якс. Эпсана Юрадаб. Эпсана Юрадаб. Эпсана Юрадаб. Давдабуш. Таргашин. Особенным вниманием пользовалась станция беспроводной зарядки для гаджетов. Одним из первых разработку чувашских ученых оценил первый заместитель председателя Государственной Думы России, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков. Вместе с главой республики он с интересом осмотрел экспозицию. Студентов из Крыма заинтересовала история и культура Чувашии. Мне очень приятно было с вашей делегацией познакомиться. Мы живем вместе, такие активные, позитивные ребята. Вот увидели ваш стенд, познакомились с главой республики. Я думаю, что где-то в будущем будут проекты с
совместно, особенно по образовательной программе. И как представители университета мы только за мобильность и за новые проекты. Вообще, каждый регион удивлял своей творческой фантазией. Причем участники форума могли по виртуальному мосту переходить из настоящего в будущее и даже прошлое. Добро пожаловать в традиционную тувинскую юрту. Юрту очень часто сравнивают с миром. То есть, вот если посмотреть наверх, смотрите, это вот дымоходное отверстие, это как солнце, лучи солнца, а стены, они символизируют как бы горы. Что интересно, вот эти хана, они сделаны без единого гвоздя, то есть они, вот эти жердочки скреплены особым образом завязанной кожей. Площадки форума – это реальная возможность приобрести друзей по всему миру и ближе познакомиться с Россией. Я уже учусь в России, это уже 4 года, поэтому мне интересно, чтобы как участвовать на Всемирном фестивале молодых студентов, потому что здесь есть как большой шанс, чтобы встретить разных людей из разных стран, еще как можно применяться идеи как между нами. Я знаю, что в России было и жили очень известные и великие люди. Да, я думаю, что Россия – это великая страна. Эту же песню через несколько часов участники форума «Юности планеты» хором пели уже на главной сцене во время торжественного открытия в ФМС 2017. 20 тысяч участников, да, более 180 стран. Для нас нет границ и нет проблем, которые мы не могли бы решить все вместе. Открытие фестиваля состоялось сразу на двух точках Олимпийского парка – во Дворце спорта Большой и на Олимпийской площади. Эмоции переполняют, столько народа, столько молодежи и студентов приехало сюда. Все супер! Берет гордость за нашу страну, что все в таком масштабе и все довольны. Иностранные граждане все вроде улыбаются, все довольны, все такие отзывы положительные. Нам дали вот такую вот экипировку, очень яркую, цвета нашего фестиваля. Мы все выделяемся. На большом празднике под открытым небом молодые люди из более 180 стран мира. Шри-Ланка, Россия, Туасия! Девиз фестиваля «За мир, солидарность и социальную справедливость» – эти темы стали главными на площадках Всемирного форума. Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов заботятся о своем физическом состоянии и призывают остальных делать то же самое. Доказательство – символический забег на 2017 метров, который состоялся на трассе «Формула-1». В нем приняли участие более 3400 человек из 73 стран. Среди них и делегация из Чувашии. Ольга Пырочкина с места событий. 4, 3, 2, 1. Находимся на автодроме Сочи. Здесь проходили гонки Формулы-1. Эта трасса видела бешеные скорости, но сегодня это не главное. Символические 2017 метров и 4 километра бегут участники 19-го Всемирного фестиваля молодежи. Скажите, откуда вы? Мы из города Чебоксары представляем Чувашскую республику на фестивале. Как вы решились на забег? Ой, мы даже не решались. Мы как о нем узнали, сразу же первые зарегистрировались и уже готовы почти у старта, ждем. Ура, удачи! Бежим! 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 Hello to all the viewers of Russia, of the television. I'm so excited to be here. Бежим! Сейчас нам нужно контролировать, чтобы ребята никуда в лишний раз не убежали на лишний круг. На финиш! Как ощущения от забега? Хорошо, заряжает. Очень круто, на самом деле, по трассе Формулы-1 побегать. Вы тоже проходили дистанцию, как привет. Вам? Да, привет. Отлично. Самое главное, что нет ограничений. Лица с инвалидностью, без инвалидностью. Бежали, кто-то ехал. Но это не важно. Мы же здесь на фестивале. И самое главное – это дружба, любовь и жвачка. Я бежал дистанцию 4 километра. Пробежал за 24,5 минуты. Поэтому мне дали медаль за участие. 19 и 20 октября в Чувашии впервые пройдет чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Обилимпикс». В соревнованиях примут участие более 120 конкурсантов, экспертов и волонтеров. На брифинге в Министерстве образования рассказали о предстоящем событии.
Олимпиада возможностей. Именно так переводится звучное слово «Обилимпикс». Это движение существует десятки лет во многих странах мира. Но в России получило зеленый свет сравнительно недавно. Главная задача чемпионата – мотивировать людей с ограниченными возможностями здоровья и открыть им дорогу к личному и профессиональному успеху. Есть гарантия страны работодателей, которые обеспечат трудоустройство победителям этих чемпионатов и региональных, и национальных чемпионатов. Естественно, если они, конечно, еще не обучаются. У нас 7 компетенций. 2 компетенции – это художественная вышивка, художественный дизайн для школьников. Для студентов у нас 4 компетенции. Это у нас поварское дело, резьба по дереву, мебельщики будут. Далее у нас есть еще одно направление для взрослых – это массаж. Более 8 миллионов рублей выделено из федерального и республиканского бюджета на создание базовой профессиональной инклюзивной организации в Чебоксарском экономико-технологическом колледже и проведение самого чемпионата. Ответственность большая, поэтому участников состязаний курируют опытные специалисты. Победители регионального этапа станут известны 20 октября. Именно они примут участие в 3-м национальном чемпионате, который пройдет с 1 по 3 декабря в Москве. Стать зрителями соревнований могут все желающие. Татьяна Филатова, Арена Гавелян, Республика. В республике подвели итоги конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенных пунктов. На суд жюри в этом году было представлено порядка 50 проектов из 20 муниципалитетов. Номинаций 5. Все победители получат денежные призы. О самых красивых местах республики Дмитрий Ковалев. Вырваться в лидеры в этом конкурсе мог помочь только креативный подход. Члены жюри выбирали самые благоустроенные улицы, дворы, приусадебные участки, а также территории детских садов и школ. Озеленение и благоустройство территории учреждения социальной сферы в границах представляемого участка, также прилегающей территории. По данному направлению первое место заняло детский сад номер 5 «Родничок» Урмарского района. Второе направление – оформление цветников и уголков отдыха. В текущем году по указанному направлению поступило 11 материалов. Как правило, участвуют рекреационные зоны, которые используются для отдыха. Первое место в данном случае занял гостевой дворик усадьба деревня Стрелецкая Ядринского района. По третьему направлению – озеленение и благоустройство улиц частного сектора. Первое место заняла улица Дружбы, деревня Нижнетурмышево Батринского района. В 5 номинациях сразу по 3 призовых места за Батыревским, Ядринским и Урмарским районами. Но есть и пассивные муниципалитеты, от которых не поступило ни одной работы. Не думается, что может быть есть необходимость для того, чтобы население знало об этом, чтобы больше внимания придавали, чтобы материально и морально поощряется, и указать те районы, где комиссии, либо комиссии не дорабатывают, либо сельское поселение. То есть нет необходимой связи. Пример финалистов должен стать заразительным, отмечает глава региона. Их работа оценивается на республиканском уровне, решение кабинета министров принимается, это моральная такая нравственная сторона, а с другой стороны, вы членами комиссии, другие общественники должны работать, чтобы больше было вовлеченных людей. От этой красоты практически у всех настроение только поднимается. Финалистов конкурса наградят в ближайшее время в торжественной обстановке. Они получат премии на дальнейшее благоустройство. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. И удивить, и победить. Студент ЧГУ Никита Павлов занял первое место на Всероссийском студенческом фестивале «Стартап», который прошел в Тольятти. Работа Никиты – разработка игры автосимулятора и ее публикация в Google Play. Опередила проекты ведущих российских вузов. С компьютерным гением встретился Рифат Фаткулин. Никита учится на факультете информатики и вычислительной техники. Он программист до мозга костей и кончиков пальцев, которые то и дело стучат по клавиатуре. Год назад он придумал мобильную игру и разместил ее для скачивания на платформе Android. Игра бесплатная, с простым управлением и детализированной графикой. Любители гоночных игр могут прокатиться по улицам Чебоксар на отечественных автомобилях и полюбоваться трехмерными моделями монумента матери и фонтана. С каждым днем игра набирает все большую популярность. Сейчас у нее около 2,5 миллиона скачиваний. Игра очень простая, в ней, по сути, нет какого-то глубокого смысла, но, тем не менее, она людям понравилась. Главной целью, наверное, моего проекта это было просто попробовать себя в совершенно разных сферах разработки игры. То есть и звук, и графика, и 3D-моделирование.
и просто понять, что получается мне хорошо, а что не очень. Создание мобильного приложения заняло у юного разработчика ровно год. Программирование изучил самостоятельно по видеоурокам. Заниматься этим приходилось в свободное от учебы время. В итоге освоил 5 сложнейших программ. Успехи сына мама воспринимает как свои личные. Я сама сидела на церемонии награждения, когда озвучили 3-е место, 2-е место. Моего сына нет, я как-то даже немножко опустились руки. Ну а в конце вызвали его, я испытала полный шок. А он сам, по-моему, даже еще больше был в шоке. За само умение зарабатывать деньги в таком вот возрасте выбрали его. В качестве приза молодой человек получил золотой диплом и сертификат на 50 тысяч рублей. Почивать на лаврах сейчас не время, говорит победитель. Никита Павлов намерен усовершенствовать игру. Рифат Фаткулин, Сергей Адушкин, Республика. К другим темам. Свое кино, а вернее свой кинозал получили жители села Батырево. Теперь фильмы и мирового, и отечественного проката они могут смотреть в своем клубе. Здесь все как на открытии любого кинофорума. Традиционная красная дорожка, легендарные артисты в своих самых знаменитых образах. Чарли Чаплин, Мерлин Монро, рядом с ними российские актеры. И пусть в ролях местные жители, значимости события это не умаляет. Именно так и должен открываться настоящий кинозал. Все мое детство было связано с кино. Без фильма, без кино мы как-то не жили. У нас самое главное увлечение было это кино. А сейчас мы раньше ведь, чтобы в кино попасть, знаете, что делали? Вам не секрет, нам просили, денег мало было, просили у родителей, извините, куриные яйца, их продавали и на эти деньги заходили в кино. Вот такие были случаи. И в окна смотрели с улицы, значит, вот такой интерес был. А сейчас, пожалуйста. По такому торжественному случаю на большом экране отечественный фильм Клима Шипенко «Салют-7». Фильм действительно легендарный. История о советской орбитальной станции держит в напряжении весь зал. Мы рады, потому что в «Салют-7» там есть космонавты, они взлетают в космос, у них проблема, и это очень интересно. На патриотических кинолентах выросло не одно поколение, но на протяжении многих лет у жителей Батырева не было возможности смотреть фильмы в таком хорошем качестве и на таком экране. Наш культурно-досковый центр участвовал в конкурсе, выиграл 5 миллионов. И на эти средства были приобретены кресла для кинозала, кинооборудование полностью, экран. Поэтому от городских мы совсем не отстаем. Эти деньги получены в рамках федерального проекта, который реализует фонд кино. В очередном его этапе участвуют еще 13 учреждений культуры Чувашии. В этом году появилась возможность уже получить средства федерального бюджета. Был создан проект «Местный дом культуры» и по всей России в клубах сельских проходит сейчас модернизация и ремонты. В этом году Чувашской республике выделено из федерального бюджета около 34 миллионов федеральных и 4 миллиона из республики. За эти средства будут до конца года модернизировано 25 клубов, 31 клуб будут отремонтированы. Так, на модернизацию Кзыл-Чешминского сельского дома культуры в Батыревском районе было выделено 500 тысяч рублей. На эти деньги купили телевизор, видеопроектор, усилитель, световой прибор и другое необходимое оборудование. Хватило денег и на обновление костюмов для местного ансамбля. А в деревне Долгий остров Батыревского же района модернизировать постройку 1974 года смысла не было. Решили строить новый современный клуб. Сметная стоимость Дома культуры – 15 миллионов рублей. Вот наружные сейчас работы полностью завершены, можно сказать. По крыше тоже все материалы привезли. Окна остальные заказали. Цель нам сегодня до дождей, до морозов войти вовнутрь и до 30 декабря полностью это сдать. Все коммуникации к зданию подведены, подрядчик обещал сдать объект вовремя. Татьяна Трофимова, Дина Кустова, Сергей Адушкин, Республика. Самбисты Чувашии вновь на высоте. На днях Вера Лоткова завоевала золото первенства мира, причем уже четвертое в своей спортивной карьере. Сегодня победительницу торжественно встретили на родине. Первенство
Первенство мира проходило с 13 по 15 октября в Сербии. За медали международных соревнований боролись сильнейшие спортсмены из 30 стран в 4 возрастных группах. Для Веры Латковой это дебютное первенство, в котором она выступала в роли юниорки. По возрастной категории я уже выступала на первенстве Европы по юниоркам. Для меня это уже был опыт, и, можно сказать, я уже не первый раз по юниоркам. Второй раз выступаю. Да, я была уверена в своих силах. Пришла, выиграла. Меньше чем через 2 недели Вере вновь предстоит выйти на ковер международных соревнований. С 26 по 30 октября в Мадриде пройдет Кубок Европы. Таким был этот вторник глазами корреспондентов программы «Республика». Я Ольга Панова с вами прощаюсь и до встречи в эфире Национального телевидения Чувашии.